Всем огромный привет, друзья! Настроила мясорубку, сейчас буду крутить лук, капусту квашеную и мясо с салом. Делала варенички, но там мало капусты у меня было. Я опять достала, разморозила, промыла ее квашеную. Сейчас все перекручу. Ну, такие вареники получились вообще. Ну что, дети приходили. Настя приходила, и, короче, навернули с таким удовольствием, с маслом, со сметаной, кто с чем. Хреновина есть. Думаю, что, сейчас накручу, тесто недолго сделать, и пусть они будут. Вот. Так, что хочу еще сказать. Значит, у нас морозы пошли, морозики пошли. Вот. Крепкие обещают. Ну, ничего. Морозики тоже надо. Так, сейчас поставим чай кипятить. Скоро у нас обед. Так, девчонки. Цыпленка табака я так и не сделала вчера. Буду делать сегодня. Вчера колбаски эти жарили. Здесь растопила сливочное масло. Вот здесь. Сейчас я сюда добавлю чесночка сухого. Так, будем чайными ложками. Так вот. Чайную ложечку. Чеснок сухой. Так. Паприку. Делать мы будем в духовке. Перчик черный молотый по вкусу. Ну, я вот так вот возьму. Можно даже еще. Вот так. Так. Немножко возьму карри. Тоже вот так чуть-чуть. Так. И соль. Да. И соль. Так, хотя соль я, наверное, прямо ее разотру. Это все размешаем. Это наш маринад будет. Или сюда положить? Ну ладно, положу сюда. Так, вот ложечка и еще половиночка. Все. Так. А этот чесночок свежий я потом натру на мелкой терке. Наверное, зубчик крупненький или два, как любите. Когда она у нас в духовочке пожарится, мы ее достанем. Мы ее смажем. Сливочное масло я растоплю поменьше. Туда чесночок. И смажем потом. В общем, вот такой у нас вкусный маринад получился. Смотрите. Сейчас я, конечно же, буду ее ручками, прямо ручками натирать. Вот. Я лишнюю убрала попочку, маленькие крылышки, здесь вот шею. Поотбивала косточки, поломала. Вот так вот. Здесь я немножко отбила, чтобы у нас плоский был. Во. И все. Сейчас раскладываем. Натираем еще с той стороны натрем. В общем, девочки, я натру и вам покажу. Ладно, вот смотрите, я тут уже натерла, сюда сразу в чашку положила, выложила остаточки приправки и вот так растираем. Конечно, надо, чтобы видно было все, правда же? Все это вот так ручками. Вот такая красота. Видите? Все. Я его сейчас прикрою пленочкой, мешочком. И пусть лежит. Чем лучше. Ой, чем лучше, чем дольше, тем лучше. Вот. Я буду его готовить к обеду. Все, мы сейчас помоем. Закроем. Ой.
такое идет ароматище. Покажу, как буду жарить. Я буду жарить его в сковородочке. Надо было сразу в сковородку даже положить. Ну ладно. Так, вымою руки и выключусь. Видите, как без оператора плохо. У меня весь телефон. Это. Потом протираю его весь, как говорится, грязными руками лезу. Так, вот не знаю, то ли в сковородке ее, то ли в противне. Сейчас посмотрю, девочки. Если у меня она сюда войдет, тогда пусть в сковородочке. Не-а. Нет, тогда надо в это. Противень тогда сейчас смажем. Ленечка, смажем масло. Вот. Духовочка у меня греется. Так. Так вот, сейчас я. Я думаю, что, конечно, хотела бумагу постелить, но передумала. Придется, конечно, помыть противень. И ложим. Вот она у нас как промариновалась хорошо. Я буду ложить вот так. Вот. Здесь у меня даже масло немножечко застыло, в холодильнике стояло. Ничего, мы сейчас. Так, духовочка 220 у меня. Нагревается. Будем переворачивать. Такая красавица. Во. Так вот, девочки, курицу достала для копчения. Мариновалась она у меня двое суток. Я думаю, достаточно. С нитритной солью. Сейчас я ее обсушу. Тряпочка у меня здесь выстирана, чистенькая. Все. Уберем сейчас лишнюю жидкость и оставлю так. Пусть полежит. Вот так. Все. Сейчас прикрою полотенчиками этими. Нет, не буду, наверное. Если прикрыть, наверное, этим. Надо посмотреть. О, там курочка хорошо жарится. И вот еще хочу попробовать покоптить. Мне пришли ниточки. Так, где у меня ниточки? Вот такая вот нить. Специально для колбас. Хлопчатобумажная. Только вот сейчас я хочу их так. Тут надо, не знаю, как связать, короче. Сейчас посмотрим. Мы вчера колбаски-то связывали. Вот видите, они здесь как готовятся и не связываются, видите? Ну, с Катериной вчера связали все. Нормально получилось. Даже очень вкусно. Сейчас я их достану. А может, не достану. Мне надо, чтобы они проветрились хорошо. В общем, я вот так вот их. И пусть постоят. Сначала поставлю вон на окно. И потом в холодильник завяжу. А ночью встану
и буду коптить курицу и эти колбаски. Я вам покажу. Это будет у нас, ну, колбаски мы, наверное, завтра съедим, а курица на Рождество. Так вот, сейчас надо нам ее перевернуть. Хотя, вот я думаю, зачем ее переворачивать? Горячо? Не знаю. Ай, сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Чтоб не развалилось, вот так за ножки ее взять. О, вот так. О, девочки, точно. Сейчас будем здесь поджаривать. Ну вот. Здесь у меня масло с чесночком. Сейчас вот это вот так смажу. Выложу на тарелочку. Вот прямо видите чесночок. Все. Наш цыпленок табака. Сейчас немножечко полежит, и я его на тарелочку переверну и также смажу. Вот прямо чесночок свежий. Ну и все, девочки. Будем на этом прощаться. Завтра покажу вам, как буду коптить курочку и что у нас с этого получилось. Всем приятного аппетита. Пробуйте, делайте. А мы будем сейчас ужинать вкусненько. Пока-пока.